помощь свидетелей понадобилась сотрудникам полиции в Слюдянском районе. Ищут очевидцев ДТП, которое унесло жизнь 55-летнего велосипедиста. Трагедия произошла на федеральной трассе в километре от Байкальска. О ЧП стало известно около 8 часов вечера. Тело велосипедиста находилось на обочине дороги. В настоящее время всех, кто мог видеть момент аварии ее предполагаемого виновника, просят обратиться в дежурную часть МВД России по Слюдянскому району. Номера телефонов вы видите на своих экранах. А вот где поиски уже закончены, так это в Иркутске. Был найден водитель, который сбил пешехода на улице Академической. После наезда на 44-летнего мужчину автомобилист посадил его к себе в машину и привез к дому пострадавшего, после чего оставил прямо на асфальте. Соседи вызвали скорую. С серьезными травмами пешеход был доставлен в больницу, где остается до сих пор. Водителю уже придется выплатить штраф 30 000 рублей и подумать о содеянном в течение 15 суток ареста.